Всем приятного просмотра. И продолжаем качаться за Мпаду монаха. На 70 уровень том учили. Ну, то серия у нас закончилась, что тут Альянс напал. Мои бывшие, за кого я играл, за Орду я первый раз играю. В том смысле, ну ладно. Ничего такого плохого нету. Будем узнать себе все остальное. И панду я вообще монаха первый раз играю, вообще ничего про него не знаю до сих пор. Но это когда ему там боев, я, может, разберемся. Ну я еще и за мага тут поиграю, тоже особо его до конца не качался, параллельно у меня качается маг. Ну за него тоже будут не три. Ну, серии не будут меняться, как говорится, у меня сам по себе этих, как он сказать там. Серия не будет меняться, номинация, а вот название может меняться. Там будет название, за кого и что там играть. Да я буду. Так, это понятно. Без квестик берем. И у тебя есть квестик. А это где находится? Здесь что ли? Да. Мир тебе. Даже два. О, тут еще у кого-то есть что-то. Говори, береги себя. Понятно все. Будь сделано. Летать мы здесь научились. Уже знаем, как летать можно. А вот наше первое. Куда нас собрать? Мне нужно освободить. Надо подобраться. А как ее подобрать-то? Это никак ничего не смогу сделать. Надо подождать. А они не слабаки здесь на самом деле будут, потому что у меня еще костюм старый. Точнее, дополнение. Сам первый, а тут уже идет. Сначала надо выбрать цель. Так. Это есть что, освободился тебе, да? Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Я пока не могу. Кокане, во. Че, все что ли? Будет считаться-то? Забрался ты, а? Да ё-моё. А, во как можно. А я всё... Не знаю, что делать здесь. Деньги обязательно берем. Так. Простите. Сейчас вот все нормально. Так, тут тот всех поубивал. А вот живой один вижу. Я не могу. Готово. Берем. Всегда припас какие-то там надо собрать было. Так, яйца понятно, пока не трогаем. Припасы возьмем. Да? Да, боеприпасами даже, боевыми. Оружие, что и луки, стрелы. Еще не готов. Зак, тут это убрали, патрончики. Как бы замечательно было так. Охотник, о, стрел, 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 бог, патрон закончил. Ну да, до него это затрата. Ну все равно же. У меня нет. Так. Освобождаем потихонечку. Еще не готов. А давай тебя сразу же уберем. Надо. Опа, подождать. Она. Вот это поворот. Подлетел ко мне, да? Ну и зря. Что у вас тут дофига? А ты откуда взялся здесь? Так, берем это. И сюда. Недостаточно энергии. Готово.
Я слишком далеко от цели. Вас надо 15 убить. Еще не готово. Я пока... Так, я так понял, чуваков надо каких-то освободить мне, да? На самом деле. Не, это брать я не буду ничего. А вот тут я особо туда подойду. Я занят. Да ё-моё, блин, а. Я так понял, вот этих освобождают. Которые мне тоже надо. А я припасами пока займусь. Не готово. Надо. Давай. Готово. Нормально. Это он тоже подбирает, я так понял. Я не могу это сделать. Я еще не готов. Во. Еще готов один. Надо еще один такой же. Так, ящики готовы. Вас еще надо убить. Заклинание еще не готово. У меня нет цели. Во. Пять готово. Все. Во. Вот это возьмем. Ну что, все, полетели. Больше ничего мне делать не надо. Квесты создадим. Ну, опыт дадут за это. Слушаю. Так, вот это вот покруче. До свидания. Чем моя. Одеваем. Мокра. 17 тысяч опыта. Вообще замечательно. Что тут хочешь ты? Понятно. Это взорвать, так я понял, да? Яйцо. Надо уничтожить, понятно. А, и ты, Костик, Юси. Быстрее. Так. Короче, здесь. Готово. Второй убить тебя, да? Так, это готово. Давай яйцами ничего разберемся сейчас. Я знаю, что тут пораньше можно, но я уже 70-м ровно сюда пришел. И пусть будет. А вот и яйца как раз свободно, никого нету. А, их надо уничтожить 10 яиц. Понятно, все. Я пока не могу прочитать это заклинание. Заклинание еще не готово. А, деньги возьмем. Деньги-то мы возьмем. Надо подождать. О, два яйца здесь вообще замечательно. 300 опыта, ну слишком много, конечно. Я не могу. Опа, она. Я пока не могу применить эту способность. Корабей какие-то выскочили. Да, крепость вообще построена и уже сразу в атаку пошли, что они. Кто тут напал? И на... это интересно, орда тут нарылась? И нет, а? Это просто интересно вообще. Если нет, это, блин... Как-то прям выбор же я. А, не... Ух! Мне нужна цель. Ну да, этого детеныша, то есть корабль какой-то был здесь. Бухнем. У меня нет цели.
Я и говорю, что тут сейчас. Блин, костюм. Точнее сказать, так вот. Я не могу. Они сильнее, чем те. Опа, готово. И вот как раз эта фигня. Опа. Триста опыта, да. Не куста. Еще не готов. Мне не хватает энергии. Я пока не могу применить эту способность. Вот и взрываем вторую. Яму по очереди. И останется еще две. Надо подождать. Вы взорваться что здесь? Опа, ну вот это у меня отлетело. Прилетели, второго взрывать. Ой, третью точнее яму. А тут где-то квест есть. И там есть квест. Я не могу это сделать. И вот так вот. Заклинание еще не готово. Я слишком далеко от цели. Сначала надо выбрать цель. О, коня возьму. Еще не готово. Я пока не могу применить эту способность. Так. Взрываем. Бегу вам. Это тебе наверху что ли сам? Я не могу это. Квест этот находится. Недостаточно энергии. Я не помню, выполнял я за этого. За маг, то у меня маг уже тут впереди идет чуть-чуть. Еще не готов. Я пока не... У меня в свободное время играю тут его. А у меня не слишком много его. Ну сейчас залетим, посмотрим. Вот и все. Это хорошо. К солнцу здесь можно залететь? А сколько можно сейчас подняться? А? Ну сейчас я за этим делать я не буду. Приветствую. А, друзья, до ларания. Окей. Мне это не надо пока. Ну, что тут Долоран есть на самом деле, он сюда переместился. Я историю вам не могу сказать, почему сюда Долоран переместился. Вообще-то надо было. Может, что-то интересное было. Ну, посмотрим. Это все впереди еще. Ну что, сдаем костики, которые здесь есть. Так, сколько ты мне за это опыт дашь? 17 тысяч. Так. Я вот это возьму себе. Вот да, они есть, да, они вот есть. И что такое? Даю тебе обратно. Тебя, темная. Так. Нет. Вот этого круче. Это одноручная, а мне нужен двуручник. Вот этого круче всего. Который может пригодиться мне. Так. А вот тут квостик появился. Ну, посмотрите, уже все. Так, подожди, появится же квост. А он где-то здесь находится. Этот квост. А, это я знаю. Актар Агар! Победа или смерть? Вот твоя заповедь. Понятно. Так. А это где квест? Наверху что ли где-то?
по-любому. Не. А, здесь, да. Как поживаешь? Свидимся. Куда нас отправляешь? Давай сюда сначала я сгоняю. Потом сюда. Это где? Здесь рядом, что ли, находится? Да, да, вообще рядом. Тренируется. Вот здесь, да? Ну, понятно. Вижу, уже тут кости есть. Я отрекшийся. Да я вижу это. И что теперь? Так, беру тебя. Что тебе нужно? Квесты. Так. А, это я помню, что у нас тут. Понятно. Мы тут надолго. Мы тут надолго. И что с ним делать? Ты фиг узнает. Еще не готов. Я не могу это сделать. А, разыскать надо. Я пока не могу. А как тебе открыть? Еще не готов. Требуется ключ, а ключ вот этого. В любом пагу. У тебя ключ, да? Надо подождать. Я пока не могу. Да твоя магия бесполезна, кунг-фу. Во, я говорю. Беги. Один из пяти. Я пока не могу применить эту способность. Я не могу. Так, а тут его не было. Так, вас здесь надо убить. А тут ключ. А, у него ключ. Понятно все. Этих надо убить. Кабанов каких-то странных. Он меня замедлил. Еще не готов. Готов. Я не могу. Давай кулаком. Так, побежали сюда. Все равно эту фигню смотреть. Я пока не могу применить эту способность. Слишком далеко. Я так понял, кроме клыков у меня ничего нет, да? Надо подождать. Дай ключ-то, я говорю тебе. Ну, папа, ключ не отдает, нифига. Ну, это успеем здесь. Мне не хватает энергии. Я пока не могу прочитать. Я пока не могу применить эту способность. А. О, ключик один есть. Это супер. Так, сейчас убьем одного. Если задание пропадет, будет еще легче на карте ориентироваться. А я ворал бы там. Ну так просто для опыта. Будем убивать их. Заклинание еще не готово. Я пока не могу применить эту способность. Нормально все здесь. А вот еще есть. Так, ага, клетку я вижу, а вот клетку я вижу, а у меня ключики есть. Я не могу это сделать. А чё, распоясались? Давай, ты свободен. Так, осталось их трое, да? Недостаточно энергии. Увы, извини. Тебя не было. Этих ключей. И на тебя тоже ключей нету. Чё это за такая, блин? Непруха-то, а?
Ключей не хватает на всех. У тебя ключей нет. Очуметь просто. О, все, я освобожу. Ключики есть для тебя. Осталось двое. И дальше до этого, где нам надо. Не знаю, что сделать здесь надо было. Ну, что-то надо было сделать. О, ключик. Давай ты мне второй даешь, и все. Я пока не могу прочитать это заклинание. Мне нужна цель. Мне не даешь. Ну ладно. Там шанс есть. Вот ты свободен. И остается. Один заключенный, которого надо освободить. Надо подождать. Опа, и готово. Все, можно сдавать все три квеста этим людям. Ну, точнее, ординцам, нежить, януарку. 17 тысяч опыта, он тебе что-то найти, говорит. 17 тысяч опыта и уровень. Супер. И еще 17 тысяч опыта. Что-то надо еще. Понятно, окей, сейчас сделаю. Что-то новенькое у нас тут есть. А что у нас по поводу этого? Понятно. Никто туда не хочет идти. Ну ладно, скорее всего мы забьем на это, я не буду ждать так много, я фигу уже знает. Будет и не будет там кто-то. Ух, их так собирать надо, отчемить просто. Тут еще не я один. Собираю, ё-мо. Берешь? Что-то я не понял юмора. За время надо. Я вам притащил один. А, вот так надо делать, понятно все. Да. Не понял от меня. Видишь, а делом занимаюсь. Что, до меня добежал, что ли? Сюда только деньги можно брать. Так, тут что-нибудь есть? Да, есть. Отойди от него. О, мой. Но здесь надо тоже по-любому сделать. Вот, готово. Осталось еще 5 штук их притащить. Во. Побежали. По идее сюда вода. О, вижу еще один. Задание на 10 минут. Блин. Тут уровень получили. Оно радует. Еще 3 штуки надо. У нас больше половины еще времени. Надо успеть. А вот еще вижу. Еще, еще. Ё-мо, вот это их тьма тьмущая. Пошел нафиг от меня. Чмердяя. Че, хотите подраться?
Заклинание еще не готово. Еще не готово. Я не могу это сделать. Надо подождать. Я пока... Какой же ты взялся-то, а? Там я видел дофига. А все ж нам две надо. Еще два конвоя. Ну тут еще есть, тут, тут может миллион раз еще повторить это все. Ебань от меня. Вот и мы здесь. И последний. Еще не готово. Давай. Я таки думал, у него ничего не будет хорошего вот этого. Вепере. Берем и все. Вот так и все. Давай 17 тысяч. Опыта мне так. Вот это вот еще нет, увы. Это не перегнать. Вот это я возьму, чтобы деньги продать за деньги. Сколько у меня золотых? 437. Маловато. Ну что, продолжаем дальше. Вот сюда полетели, когда. Тут квестики повыполняем. Так. Да-да-да. Да-да-да. Да-да. Окей. Уходи. Так, все сюда, да, мне? Тут еще квест есть какой-то. Еще не готово. Вот это меня бесит, ваша волна дурацкая магии. На самом деле. Доедает уже. Чё тут у нас здесь? Верхушка что ли находится? Да. Здравствуй. Тебя надо отвезти, да? Ну погнали, да. Надо подобраться поближе. Я пока не могу. Он здесь налетел, да? Недостаточно энергии. Ты не дерись. Ты лучше иди, ё-моё. Быстрее дойдем, быстрее сделаем все. Чего вот таким медленно? Вот сбежать надо откуда-нибудь, но они все медленно. А что сюда не нравится тебе? Заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Что такое еще? Воинш. А, рога. Понятно, еще эликсир уменьшения. Выпил. Герой гильдии, гильдия. Офиген, да так? А по инвентарю у них ничего нет, они ничего не хотят делать пока. Пока нет. Ты забудил, что я никак не пойму тебя.
слишком далеко. Заклинание еще не готово. Ну, он так вот взял мочу. Мизана. Квест твои. Собираем. Тахоуны, да ладно. Мы как на все рядовые-то океане, по идее, находимся. Почти. Арктики. Понятно. Мы ничего не видим, ничего не знаем. Никакого просвета нифига не вижу. Типа как в тумане хожу. Ну да, ну-ка возьму, ждам вот этот. О, хила не хватает. Прелесть. Где-то 73-го я уже начну подземку эти ходить. Нордского. Скорее всего, это нет. Опа, она увидела, да? А я до сих пор ничего не вижу. Здравствуй, путник. Так, мне кожа нужна. Это покруче моей. Да хранит тебя мать земля. Все, спасибо большое. Пошел дальше выполнять этот квест. О, в туман опять. Он последний остался. Еще не готово. Я пока не могу. Да ё-моё. Я пока не могу прочитать эту секунду. Понятно, что ты не можешь. Надо подобраться поближе. Готов. Не, мне это не интересно. Фигню какую-то эти сдавай здесь. Так, Риги надо и Рок какой-то надо достать. Где Риги и Рок, может быть, да? Давай Рок мне быстрее. Надо подождать. Еще не готов. Где хоть эту волны нет, нифига. Дурацкой. Нормально. Надо подождать. Успеем. Во. Гуманоид что? Я не могу. Да, гуманоид. Заклинание еще не готово. Нормально все, иди сюда, говорю. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так. Ну, вот эта фигня. Теперь мне нужна. Готово. Недостаточно. Я думал, с вами еще не первая встреча, я думаю. Так. О, вот это надо убить. Давай, к тебе попадись, а. Заклинание есть. Строк дурацкий. У меня нет цели. Не, у него это попалось. Ревигия. Мне не хватает энергии. То же самое. Ну, вообще ничего, может, даже не сказать.
него не попалось нормального. Надо подобраться поближе. Надо подождать. Недостаточно. Вы задрали свою эту магию. Я нафига вы вот это пользуетесь, чтобы толкать обратно, ё-мо. Заклинание еще не готово. Я не могу. Че, так трудно попасться, что ли? Я пока не могу прочитать. Ну давай, а. Еще не готово. Я не могу это сделать. Сначала надо выбрать цель. Во. Замечательно. Вообще супер. Опа, ему я здесь. Так, у тебя туман какой-то там. Это сделаем. Тебе подожжем кораблем. Да-да-да, и это сделаем тоже. Тебе вот то же самое. Вот тебе даю это. И вот это вот. Но это уже следующая серия. Точнее, я тут не останусь. Полетели мы обратно в таверну. И там останемся, точнее сказать. Пускай двойной опыт таки будет качаться, пока мне тут здесь не бывает временами. Вон так у нас двойной, не знаю сколько уже. Я даже не видел еще конца его. Ну нормально, так сегодня прокачали уровень. 37% точно уже набили мы. Я думаю, нормально. Этот отдых здесь же у нас. Вот так. Ну чё. Всем пока, всем удачного дня. Подождем следует. Увидимся в следующей серии.